Да где он? Ничего нет. И вентиляцию тоже нельзя прыгнуть. Заперто. Так, кто-то еще рассчитывает выбраться отсюда живым. Как по мне, так они уже все трупы. Бешеный псих с циркуляркой. Что может быть страшнее? Тихо, тихо. Без паники. Я думаю, мы найдем выход. Матерь Божья! Давай, 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 беги! Черт, у меня сейчас еще здесь закончится. Так, я бегу, я бегу, я бегу. И куда я бегу? Не знаю, куда-то я бегу. О, да ладно. Да уж. Это было реально стрёмно. Блин! Он его мочит в сортире. Лиза или тот, кто найдет это, знаете, что в Мерков создают монстров. Я больше не видел прежних пациентов после сеанса этой немецкой так называемой терапии. Морфогенетическое кондиционирование. Намного хуже, чем я мог себе это представить. Может, они все еще оставались людьми, но что-то из них вырвали и напичкали много. Чего-то другого. Не все были убийцами. Они были больны, но не были убийцами. Мерков сделал из них монстров. Доктор Розет сказала, что кондиционирование имело различные эффекты, результаты были слишком непредсказуемы, чтобы делать какие-либо прогнозы. Я принимал бесконечные рассказы Рауля, как пустая болтовня за чашкой кофе. Нужно было слушать его. Так, а я что, этому никак не могу помешать? Ну ладно. Оставим их за этим приятным занятием. Ужас. Да, пока на меня он не переключился, лучше отсюда уходить, мне кажется. А лучше даже убегать, наверное. Но он, кстати, меня почти догнал. В смысле, почти убил. Сейчас я проверяю. А, гляньте, сюда, что ли, можно? А, тут батарейка была. Здорово. Тут закрыто. Бляха-муха! Блин, я ничего не смогу сделать. Так, но нам в любом случае нужно отключить газ, чтобы получить доступ к шлюзовой. И куда? Есть еще документики. Это значит передышка. Выписка из 1957 и комментарий по поводу операции ТСД. Влияние на человеческое поведение. Потенциальное применение психогенных препаратов
в операциях политического характера широко известно, хотя это не было изучено так тщательно, как можно было бы этого ожидать. Отдел по химическим исследованиям включает это в качестве цели своей программы, чтобы быть готовыми к оказанию поддержки или сделать возможным осуществление таких операций. Методы достижения успеха без химического вмешательства в политических операциях тоже включены в программу. На заметку. Вышеупомянутая выписка МК-Ультра адресована отделу технической службы для составления бюджета и авторизации продолжения исследований изучения доктора Рудольфа Вернике и проекта Вальридер. Вскрытие излеченных объектов исследований показывает химический состав тела, металлические бластомы, свидетельство подкожного окисления, которое указывает на тяжелую психохимическую дозировку. 6 сентября 1938 года. Но то, что мы с вами не слышим циркулярку, это, в общем-то, хороший знак, мне кажется. Позвольте, я тут закрою дверочку. Дружелюбный. Понял. Это он головой стучит. 237. 237. Так, и где 237? Комната 237, да? Здесь не откроем, но он как раз сюда и долбится башкой. Фух. 231. Двести 29. Ну, короче, вот нам сюда. Ну, с Богом. Ё-моё! Так, а куда я бегу? Чёрт. Так, иди сюда. Ну, по-моему, это конец. Тут я не спрячусь. А, почему нет? Гляньте. Нифига. О, блин, как хорошо, что здесь была эта грёбаная вентиляция. Ну чё, дружочек? Ха-ха-ха. Такое ощущение, что он там сейчас пытается сломать дверь. А мы в соседнюю. Успел, успел, успел! Ну давай! Yes! Мать его так! Да, он не отпускает. Да хватит вам уже! Чёрт! Так, бегом, 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 бегом. Блин. Блин, я надеюсь, передышка. Так, что-то я прямо аж сам засуетился. Так, ну, надеюсь, мы тут в безопасности хотя бы... временно.
мать, что это было? Блин, это просто дверь открылась. Ну, спасибо за батарейку. Так, вдох поглубже. И, конечно, тут стоит, мне кажется, закрыть. О, боже мой. Go away. This is my place. Fuck off. Да спокойно ты. Никого? Ну, вроде бы. Связь, естественно, не работает здесь. Ох, блин, как я не хочу туда идти. Вы даже себе не представляете. Черт его дери. Опять. Ну и где он там? Так, 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 срочно нужна батарейка. Еще хотя бы одна, чтобы я себя комфортно чувствовал. Твою дивизию, а? Так, давайте только без этих. Мне уже надоело от него бегать. Так. Ну тут хотя бы светло, да? Здорово. Тут у нас батарея. Ну что, если я выйду? И вот тут, например, побуду. Да где ж ты там? Жесть. Тут что-нибудь дельное имеется? Не похоже. Самое страшное будет, это если он прямо сейчас перед камерой появится. Так, вон он. Жуткий тип, конечно.
Так, бежим, бежим, бежим. Увидел засранец меня. Как это могло получиться, я не знаю. Так, нет, не сюда. Так, тоже куда-то я забежал не туда. Так, я здесь, чувак. Я здесь. Так, еще разочек тогда попробуем. Бежит. Бежит за мной. Твою дивизию. Давай, 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 что-нибудь придумай. Мать его так. Так, ладно. Интересно, на ходу я смогу эту батарейку поменять? Да, я вижу, что она у меня заканчивается. Да, я могу на бегу. Давайте еще. Еще разочек посмотрим. Мне кажется, что что-то здесь должно быть. Да. Лучше уходим. Погонял, конечно, он неплохо. Но в этот раз хоть хорошо, что не ударил. Боже мой. Как же все здесь страшно. Ну и теперь нужно добраться до радио в тюрьме.